Всем привет! Вы на канале Rolling Moto, и сегодня у нас на обзоре экипировка от компании Fly Racing 2022 модельного года. Линейка Kinetic – это золотая середина среди экипировки Fly, потому что она имеет невысокую стоимость, большое количество расцветок и дизайнов, ну и, конечно же, плотные качественные материалы. Штаны сделаны из полиэстера плотностью 900D. Они прослужат вам не один год, поскольку устойчивы к падениям и стиранию и остальным неприятностям, которые могут с ними произойти. Есть вставки из рипстопа в области колена, внутренней, паховой и задней частях. Для чего это нужно? Если у вас там случится небольшой порез, ткань не будет рваться и идти дальше. Это огромное преимущество. Что касается самых тонких частей, которые подвержены износу, это внутренняя часть чуть ниже коленей. Там установлены вставки из натуральной кожи и прошиты тройной ниткой из кевлара. Для чего это нужно? Когда вы держите мотоцикл между ног, эта часть больше всего трется. Плюс кожа дает дополнительную плотную фиксацию мотоцикла между ног. Это очень удобно. А теперь давайте поговорим о комфорте этих штанов. От самого низа до колена и чуть выше установлена специальная сетка для обдува ног. В паховой области дополнительная перфорация, и в задней части штанов есть несколько отверстий. Плюс на коленях по две штуки вентиляционных отверстий. Итого их 4 штуки. Круто! В районе замка установлен зип-лок, который не дает штанам расстегнуться. Плюс с правой стороны классическая флаевская пластиковая защелка для фиксации штанов. Ну и, конечно, специальная гелевая часть на поясе штанов для того, чтобы фиксировать джерси изнутри. Пройдем к самой джерси. Джерси стандартного кроя. Ни широкая, ни узкая. Выполнена из полиэстера более тонкого. Имеет широкий вырез на шее и небольшой кусочек из лайкры для того, чтобы удобно тянулось. А также манжеты из тянущейся лайкры. В самой нижней части практически до локтя по бокам с каждой стороны сделана дополнительная перфорация. Для того, чтобы узнать классные цены и заказать свежую экипировку Fly Racing 2022 года, переходи по ссылке в описании. Выбирай свой размер, цвет, заказывай и катайся вместе с нами. С вами был Кирилл Дрыгин. До новых встреч на канале.